Борисполь. Да. Ну вы мне скажите, какая цена? 600 гривен. Ну ладно, давайте, открывайте. Парень, а тебе куда надо вообще? Тебе куда надо? Мы в Борисполь едем. Борисполь? Да. Ой, я сейчас туда просто еду. Сколько тебе сказали? Я за 600 еду. 600? Да, за 600. Я за 400 довезу. Я вас за 400 довезу. Вообще, кто такой? Поехали. За 400? За 400 гривен. Вообще, кто такой? Ну, я по пути еду. Слышишь, что, больной на голову? А что такое? Я таксист, тут работаю, блядь, получу бабло, а ты мне тут рассказываешь. Я просто по пути. Я по пути просто еду. Ебанутый, блядь? Я услышал, человек в Борисполь едет. Не, ну ты ебанутый или нет? Я таксист, а ты куда-то едешь? Вот ты во Львов едешь. Не, я в Борисполь еду. Ну ты что, ебнутый? Ну я домой просто еду. Так есть себе домой. Я по пути еду. А при чем тут по пути? Ты вообще понимаешь, о чем идет речь? Я стою на работе. Ты влазишь в разговор. Я услышал. Кто такой? Да ты можешь слышать все, что угодно. Человеку дешевле. Он кто-то наркотики продает или еще что-то, или миллион. Ну человеку же лучше сэкономить денег. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Не понимаю. Не понимаешь? Нет. Ну значит ты долбоеб тогда.